Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня покажу, сколько можно заработать при майнинге биткоинов на видеокарте GTX 550 Ti. Вот такая у нас видеокарточка, достаточно мощная, но на Nvidia, конечно, этот результат намного хуже, чем на AT-шных видеокартах. Значит, майним мы на пуле Antpool. Вот такие у нас параметры. Логин, порт и видеокарта. Значит, количество мегахэшей максимально возможных на ней 55 мегахэшей. Вот. Это уже в разогнанном виде. Она сейчас GPU вот здесь у нас выставлено на максимум. GPU Clock. По умолчанию сейчас я покажу, увидите, сколько она будет работать. Default ставим. Apply применить. Вот. Стало 47 мегахэшей. В стандартных настроечках 47 мегахэшей всего. А при разогнанном варианте выходит 55 мегахэшей. Вот, смотрите, еще раз поднимаю. Температура, кстати, после понижения упала, соответственно. Было 67, стало 65. Максимальное ставим. Apply применить. В таком режиме я всегда ставлю вручную настройку. Вот, стало 55 мегахэш. Температура подскочила к 70. Так. Теперь смотрим, сколько мы заработали. Это уже в разделе нашей статистики за день практически получается 26 сатоши, или как их там называют. За 3-4 дня у меня набежало 136 сатоши таких. Вот. А это график нашего хешрейта. Система оплаты, кстати, сейчас включена у меня PPS. PPS. Вот смотрите, сколько у нас набегало. 70 мегахэшей секунда. Но периодически, в общем, пики идут, а потом падение. Так. Вот раздел воркеров. Это наш рабочий воркер, он FPS, вот. Сложность 16. Так, это у нас раздел история заработка, типа время, дата и вот, количество заработанных денег. 97 и 40 сатошей. Это у нас было 29, это первое. В разделе платежей у нас ничего здесь нет. Так, ну вот. И переходим к самому главному, сколько это выходит реальных денег. Так, 0,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 
инвестировать 0 долларов. Пока что даже при небольших заработках я не смог обеспечить. Проверяем, сколько нужно заработать, чтобы хоть что-то получилось.
хотим конвертировать. Нет, ничего. Один конвертировать. Ну вот, 3 цента. До этих 3 центов мне еще очень далеко. Возможно, я что-то не так перевожу, но получается, что чтобы получились реальные заработки, нужно месяц, чтобы она работала. Конвертировать $3. Если 1/1 биткоина, это будет $3. А если 1 биткоин, то, соответственно, $316. Это, конечно, нормально, но 1 биткоин, наверное, год придется с такой видеокартой зарабатывать. Ну вот. Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.